Здравствуйте, дорогие друзья и подписчики! Сегодня у нас 4 марта 2019 года. Я вам хочу показать, как я кормлю своих курочек. Вот это у меня остались остатки корма, который я привозила в сентябре месяце, 9 сентября 2018 году. Что у меня осталось? Вот столько осталось чуть-чуть пшеницы, 2 мешка овса, 2 мешка ячменя, горох, кукурузу, они меня всю поели. Вот в апреле месяце, на март месяц мне хватит этого корма их прокормить. В апреле месяце буду привозить новую партию. Какой я составляю им в данный момент рацион? Вот у меня почти литровая баночка гречки. Сыплю. Беру один ковшик овса. Они его очень не любят, ужасно не любят. 2 ковшика ячменя. Зерно у нас очень хорошее, свежее, хорошее. И 4 таких вот ковшика пшеницы. Вот моя пшеница. Пшеницы даю 2 раза больше. Они ее у меня очень любят. Вот один, 2, 3, 4. И целый ковшик семечек подсолнуха. Вот такой ковшик подсолнуха семечек. Они меленькие. Стоит литровая банка 20 рублей. Я им добавляю. И все. Вот такая смесь у меня получилась. Пойдем кормить. Я их еще не кормила. Время 9 часов утра. Эту порцию зерна я сделала им на 2 дня. Вот мои солнышки ждут покушать. Пойдемте, мои девочки. Разделим эту пищу их не на 2 дня. Сыплю прямо на землю, на пилки. Потому что они дерутся за еду. Так, сыплю сюда. И вот здесь проходим. Вот они кушают, но не с большой охотой, потому что у меня оставались еще с вечера остатки. Они их уже утром скушали. Это вот дополнительно. Сейчас они покушают, я их оставлю на час. Потом через час я их выставлю на улицу. А ты чего не идешь кушать, девочка моя? На улицу и принесу свою рыжуньку. Потом я вам ее покажу. Да, мое солнышко. Мои проказницы стали клевать яйца. Это нехватка ракушки. Короче, понятно. У нас вот такое дело. Сделала с пенопласта яйца. Видите, как они повыклевали? Кальция не хватает. Вот видите, сколько понаделала с пенопласта? По 5 штук ложила. Уже одно склевали, съели. И там. Вот она сидит. Посмотрю, будет яйцо или нет. Но уже вчера я смогла взять яйца. Конечно, в этом не ихняя вина, а вина хозяйки. У меня побыл перерыв с ракушкой. Вот они, мои солнышки, на улочке. Скоро будет тепло. Я им вот эту вот пленку, которая снаружи, всю сниму. Мои ласточки. Ну вот и все. Заходите в гости, как всегда, буду рада. До свидания.